callously. I like most, you don't resent me. You see the truth. 4 года упорной работы над собой и вперед. Проверять свои силы на конкурсе «Одинцовский соловей», рассказывает Вероника. Спела в 2 разных жанрах – эстрадный и народный вокал. Особенно привлекает исполнительницу «Культура Севера». Именно она подсказала выбор песни для первого выступления. Песня, которую пела шаманка, она больше такая народная, мы решили, что потому что там про север. Народный, академический, эстрадный вокал, хор. Конкурс собрал самых талантливых исполнителей округа. Это уже 2-й этап «Одинцовского соловья». Он проходит в рамках фестиваля искусств «Ступени». 35 номеров. Кто лучший, определяет профессиональное жюри. Сегодня здесь только самые лучшие. Конечно, это намного приятнее, признаюсь честно, потому что сюда приехали уже настоящие профессионалы. Каждый номер лучше следующего, и это просто очень приятно наблюдать, очень приятно слушать. Особое внимание при оценке выступления уделяют чистоте интонирования, эмоциональности, выразительности и сценической культуре. Уже 18 лет «Одинцовский соловей» открывает новые таланты и будет продолжать поддерживать юных исполнителей. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».